Я хочу поздравить всех военнослужащих, проходящих службу в Севастополе, в Крыму. Конечно, членов их семей. А по большому счету, конечно, все население города-героя, потому что Севастополь – это военно-морская крепость. Это город, построенный флотом, а не наоборот. Что, в общем, и было основанием для того, чтобы этот город вернулся. И теперь по праву является одной из трех федеральных столиц Российской Федерации.